здрасте вам! С вами Эрин, и сейчас все такие... Фак, я додумал, что это прохождение без комментариев. Твою мать, все, уходим отсюда. Let's go! С вами снова Гарри Поттник. И знаете, я прям вернулся к тому самому моменту, когда я игру по Гарри Поттеру прохожу один. Первая часть, вторая, третья, четвертая часть есть на канале. Можете даже чекнуть, если хотите. И первую часть я проходил соло, вторую, третью... Вот, первую часть я проходил соло, вторую, третью я уже проходил на стриме. А четвертая часть... И нет, я все, по-моему, проходил на стриме. Короче говоря, это единственная игра, которую прохожу соло. В серии, по-моему. Говорят, что она не очень хорошая, но... Эту игру выбрали вы в голосовании по ПЗ-39. Игры для нее предлагали... Игры для этого голосования предлагали патроны. За что им большое спасибо, за то, что поддержите меня на сайте patreon.com/bioLNR. Ну, раз вы захотели видеть пятую часть, то пожалуйста. Вот она, хотя, по-моему, даже я ее видел, и она не очень, правда. Мне особенно нравится то, что здесь настройки изображения включить можно, поменять можно только тогда, когда ты, в принципе, запускаешь игру. Это, конечно, вообще топчанский. И максимальное разрешение здесь 1600 на 900. Но я, естественно, вам заапскейлю это дело до 1080p. Если что, эта игра залочена на 30 FPS, поэтому выше 30 FPS можете не ждать тоже. Окей, субтитры. Допустим, врубим сложность. Допустим, поставим максимум, чтобы было немножко пожопоразрывательнее, чтобы я прям... У меня вообще бомбил. Ну это детская игра, да? Детская игра не может быть сложной, говорил я себе, когда я запускал Crash Bandicoot. Поэтому не знаю, что меня ждет впереди конфигурации контроллера, серьезно. Ну ладно, надеюсь, меня обучат чему-нибудь. Это все-таки игра вроде как современная. Так и да, о май гад, она такая современная, что глючит капец. Let's go. Менять изменения? Давай. Принимай эти изменения. Electronic Arts представляет. Warner Brothers Interactive Entertainment тоже представляет. Holy shit. Я не помню вообще пятого фильма, а сейчас вспомню. Кто это? Крылатый курьер? Большой Д. Пока, Большой Д. Завтра в то же время! What the fuck, что это было? Большой Д, опять лупишь малышей? Я, по крайней мере, не хнычу во сне. Ах, не убивайте Седрика! Ой, ай! О чем это ты? Эй! What the fuck? Что? Что? Что ты делаешь? Ничего я не делаю. О, нет! Останови их! Достать палочку. Патрону. Неоднократное перемещение. А, ну ладно. А чё, подожди, когда он патронусов там заучивал себе? А, в прошлой части, по-моему. Экспекто патронум! Чё это было, мать его? Применение волшебства несовершеннолетним в присутствии Багла. Срочно в Добер Поттер заговорщик. Казнить! Казнить! Угроза сообществу магов? Он оборонялся. Привет, Гарри. Здорово, я чувак, который сдохнет. Я вижу, члены ордена сумели доставить тебя невредимым. Ага, только он собрал вещи. Пока, Гарри. Да, пока, Тонкс. Геймплей был топовый, конечно. Добро пожаловать на площадь Гримо 12, в штаб-квартиру Ордена Феникса. Ордена чего? Это тайное общество тех, кто сражался против Волан-де-Морта. Я тебе все здесь покажу. Как быстро развивается событие. Ничего особенного. Зато, похоже, у вас тут было интересно. Я бы не сказала. В основном мы помогали маме с уборкой. Миссис Уизли любит, чтобы все блестело. Ты мне не поможешь? В этой комнате нужно все передвинуть к стенам, чтобы мама могла вымыть пол. Не волнуйся, Гарри. Ты не у Дурслей. Можешь применить магию. Например, акцио и депульсо.
Здорово. Я вот тут пошутил про зеркало. А ты делай, как я. А ты пошла вон отсюда вообще, женщина. Сначала займемся акцию. Покажу на примере этого стула. Ну, давай. Наведи палочку на стул. Сделай ею вот так. Потом скажи акцию. Как вот так? Акцию. Что? Вот так. Теперь еще раз. О май гад, что это такое? Я не понимаю, что я делаю. А как мне навестись-то? Не волнуйся, все получится. Главное, пробуй. Я не понимаю, что я делаю. Как сделать-то? Левая кнопка мыши и что дальше? Оно как-то само ко мне подлетело. Я ничего не понимаю. Нужно тренироваться. Давай-ка еще раз. Так, левую кнопку мыши на себя. Отлично. Теперь покажи это еще раз для Джинни. Так гораздо быстрее. Может, я даже успею все закончить до чая. Акцио служит для притягивания. Все, что я забыл, это пожрать. А депульса для их отталкивания. Что со звуком нужно было? Нужно прицелиться, сделать вот такое движение волшебной палочкой и сказать депульсо. Депульсо! Я наконец-то увидел, что от меня хотят. Депульсо! Хорошо, Гарри. Давай дальше. Гарри. А кто прибираться будет? Да отлично. Остался всего один раз. Ты какого хера? Все эти вещи вон туда? Точно. Не, пусть женщина все сделает. А что мы делаем? Акция. Что происходит? Почему все туда летит? Ну ладно, пусть она работает. Я в принципе. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Дай мне что сделать! Дядь Блэк! Она охеревает! Дядь Блэк, ты посмотри, что она творит! Спасибо. Теперь мамочка успокоится хотя бы на 5 минут. Я вообще ничего не делаю, что происходит! Рона или Гермиону? Они должны быть где-то здесь. Мама всем нашла занятие. Пойдем, поищем их. Увидимся, Джинни. Как провел лето? О, боже мой, страшная баба. Я все время был у Дурслей. Дамблдор заставил нас поклясться, что мы не будем писать. Кто вообще от нее течет? Она же капец страшная. Вообще, вообще жесть. Что была, что есть. Он так удивился, когда услышал о дементорах. Отвратительно. Если бы я не застрял у Дурслей, может, этого и не случилось бы. Что, Гермиона, Молли и тебя загрузила домашними делами? Я разбираюсь с этим. Давай мы тебе поможем. Здесь нам пригодится... Репаро. Репаро. Так, смотри на меня, укажи палочкой на то, что сломано. А что сломано? Потом сделай палочкой вот так и скажи репаро. А если француз, мне будет репаро. Ох ты, нихера себе. Репаро. 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 Репаре. Репаре. Быстро здесь приберемся. О, как крутить-то мышкой прикольно. Давайте-ка приберемся здесь, пока Молли не начала причитать. Так, опять там женщина работает? Давай, женщина, работай! Работай, я сказал, работай! Смотри на меня и работай! Да сколько можно работать-то, а? А легче было бы просто взять и... О май гад, что здесь было? Давай-ка я помогу. Тут оргия слонов, что ли, была? Или свиньи устраивали ученику? Что за херня с камерой? Алло, гараж! А! Я починю тебя, Сириус Блэк! Ты будешь жить! Ты будешь жить! Гермиона, нагибайся! Я тоже тебя починю! Я не знаю, кого починить. В Хогвартсе по-любому изврат творится. Они же, бляха, около волшебники! Может, под мать невидимкой там, может, я не знаю, делать... варить сгущенку. Чтобы мне всегда это интересовало. Чтобы в доме его любимой хозяйки объявился еще один эльф-домовик. Кто такой Кикимер? Твою мать, это говно собачье. Худший образчик эльфа-домовика. Друзья наверняка будут рады тебя видеть. Идем, поищем их. Что случилось с дементорами?
Я-то думал, что среди маглов тебе ничего не грозит. Хорошо, хоть Люпин научил тебя заклятию экспекта патроном. Да, мне повезло. Теперь меня исключат из Хогвартса за то, что я не позволил Дементору поцеловать себя. Скоро вы вернетесь в Хогвартс. Навряд ли, мне еще вещи паковать. Давай мы тебе поможем. Твою мать! Виндалиоса, поднимающее заклинание. Быстрее будет. Смотри, положить вручную! Укажи палочкой на бараны! И сделай ею вот так. О май гад. Вергардиум Левиоса. Левиоса. Ее можно двигать вот так. О май гад. Чтобы одежда упала в сундук, отмени действие заклинания. Вингардиум Левиоса. Левиоса. О май гад. Я так знал, что это будет ужасно. Вот так. Мы скоро закончим. О май гад, о боже ты мой. А-а-а! Она сама как-то там складывается. А чё этот рыжий ублюдок ничего не делает? Бездушная скотина, мразь. Харе, слышишь, стоять. Я сейчас твою бабу пойду акциям акционировать. Хорошо колдуешь. Но. Ты всё понял. Так, теперь убираем. Да я сестру твою шатал, а ну да, точно. Так, давай работай. Работай, негр. Почти негр. Ну и что это? И чё он как-то... А чё он акцию не сказал? Я хотел, чтобы он сказал... Акцию! Левиоса! Или ещё что-нибудь. Я хз, что происходит вообще. Это вы смотрите просто, что с рукой. И как эта вещь всё время разбрасывается по всей комнате? Вингардиум Левиоса. Заклинание для перемещения предметов. Например, носков Рона... подальше от собственного я смотрю носа. Все немножко отсталые в Хогвартсе. Она говорит, тебя не за что исключать. Ну да. Как там вообще оказались дементоры? Хороший вопрос. Мне надо идти на собрание Ордена. А ты, Гарри, оставайся здесь и дождись остальных. Тут очень интересно, тут Гермиона появляется из воздуха, интересно, капец демоны. Это важное собрание. Надо найти остальных. Добрый вечер. Здесь все закончено. Вас уже ждут. Это Дамблдор. Мы думаем об одном? Нет, о двух. Мы можем использовать мантию-невидимку, но удастся ли обеспечить охрану? Ох, Волан-де-Морт придает этому большое значение. Мы должны найти способ... Что ты слышал про Волан-де-Морта и оружие? Наверное, оно может убить массу людей. Тссс, собранию конец. Живо в постель, мама сейчас выйдет. Надеюсь, это у нас. Чем бы оно ни было. Да. Я уже почти. Да я только хотел сказать, почти. А. Почти. Я уже почти. Десятый зал в полный день. Что с этой игрой не так? За то, что подросток применил магию. К порядку, к порядку. Кто за обвинительный приговор? Поттер избегает наказания. Министерство направляет Хоргат в волшебницу. Мы приветствуем преподавателя защиты от темных искусств. Профессора... Долорес Амбридж. Ну, они, кстати, отцифровали секретеров. Спасибо, директор. Министр магии всегда полагал, что образование имеет жизненно важное значение. Нельзя поощрять прогресс ради прогресса. Мы должны они поддерживать баланс между старым и новым. Сохранять достойное сохранение. Это чушь собачья. И искоренять достойное лишь запрет. Благодарю, профессор Амбридж. И хочу сказать вам, добро пожаловать. Я всегда думал, что это Хогвартс, это просто для психов каких-то умственно отсталых, знаете, которые думают, что они волшебники, потому что они реально все тупые там. Говорят, ты волшебник, и они реально там учатся эти акцию, Вингардиум Левиос, и думают, что это все работает. Рон, я за тебя рад, дружище. Теперь ты старостный. Я за тебя нет. Я никогда не думал, что буду старостой. Я думал, это будешь ты. Нет, от меня одни проблемы. Ну да, вроде того.
Ладно, пойдем-ка лучше в гостиную. Сейчас бы сзади гостиной, а можно с тобой что-нибудь поделать? Я хочу акцию сделать на тебе. Вингардиум Левиоса! Профессор Снэк наконец увидит, что Поттер... Давай. Просто тупой болван. Я сейчас убивать буду кого-нибудь. Ну, как-то так получилось. Сожди на эту руку. What the fuck? Больные люди, а. Ну, спасибо, хоть сказали, как бежать. Привет, Гарри! Здорово! Между прочим, Хагрида здесь нет. Наверное, ушел на задание Ордена. Говори тише. Тише, тише, Джордж. Не то нас оштрафуют. Кстати, если ты не поторопишься, то у Гермионы испортится настроение. И что мы можем сделать? Похоже, он не блещет умом, а? Да, и сообразительностью тоже. Ах да, карта мародеров. О боже мой. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Список персонажей. Путь гостину Гриффиндора. О, реально можно выбрать Гермиону? Окей. Шалость удалась. Лучше поднимись наверх. Не опаздывай. Знаешь ведь Гермиону? Идти по следам к выбранной цели. You fucking serious? Я же нихера не вижу даже. Пойдем. Скоро урок. Привет. Окей. Привет, Гарри. Привет, иди Джоу. Отсюда, китаянка, страшно здесь, а. Ну, я просто хотела поздороваться. Пошла вон отсюда. Хорошо провел лето? Я имею в виду, я слышала, что произошло, и что тебя чуть не исключили. Это значок торнадо. Ты что, за них болеешь? Увидимся, Гарри. Ты что не говоришь с рыжим? Ты охренела, что ли? Расистка поганая. Тебе ирландцы не нравятся, или кто он там? За торнадо начали болеть только после того, как они победили в чемпионате. Пойдем в гостиную? Мы же не хотим, чтобы Гермиона нас дожидалась. Ё-моё, если ты будешь говорить «пойдем в гостиную», то быстрее мы туда не дойдем. О май гад, вот это управление. Боже ты мой, меня стошнит. Меня реально стошнит от этого говна. О боже мой. Вингардиум Левиоса, мои кишки, если что. Акцию мне их обратно. Иди пульсу, пожалуйста, эту игру с моего жесткого диска. Мне сюда вот, да? Блин. Что, куда мне? На какой мне этаж-то, блин? Мне до сих пор наверх, да, до сих пор наверх. Вот сюда вот. С толстой, да, мне с толстой. Я его не знаю. А весьма красивый. Я думал, ты знаешь. Разве старостам пароль не сообщают? Ну да, что-то насчет. Но понимаешь, я не знаю, они столько всего болтали. Отлично. Ну и как же мы войдем? Нет пароля, нет входа. Боже, дебилы. Да, конечно. Слушай, давай найдем кого-нибудь еще из Гриффиндора и спросим пароль. Я тебя отправлю сухари сушить, понятно? Эй-эй-эй. Эй. Ты знаешь пароль? Ты слышишь, маленькая мразь? И он назвал меня толстой дамой. Да, разумеется, я дама. Но вот он не кавалер и не джентльмен. Сколько было несчастных случаев, когда кто-то падал с лестницы, а? Было так тихо. Никто не дрался, не горячился. О, понятно. Слушайте, уберите ее, пожалуйста. Пусть там будет какая-нибудь секси-дама. Я не знаю, какая-нибудь Меган Фокс. Хотя бы! Так, а вот это что такое? Это типа проход запрещен, да? А чтобы анимировать... А, смотри, каждая картина анимирована, фига себе. Отлично, рыжий говнюк. А, отлично. Дверь закрыта! Дверь спит! О май гад. Цокольный этаж. Так. Кто тут из Гриффиндора? Привет. Привет, Гарри. Порядок? Что происходит? Вали к своим грязнокровкам. What the fuck? Привет. Знаете пароль для входа в гостиную? Мимбулус мимблетония. Отлично. Вы прошли тест у своего старосты. А теперь шевелись, малявка. Она сейчас скажет... Я понял. Пойду, в общем, напишу какую-нибудь кляузу на Рона. Он совсем охерел. Я, в общем, рыжий сам, но я как Блейд среди рыжих. Светоходящий. Ненавижу рыжих.
Кто эти люди вообще? Зачем они созданы? Я не хожу с зонтиком летом, просто еще плюс 30. Мистер, ага, посылать его в задницу не забудь. А можно уже пойти, пожалуйста? Мимблус Мимблетония. Верно. Я потом тебя разукрашу, граффити напишу какое-нибудь. Где будет где название сайта были? С наркотиками. Взгляни, будет написано снизу «Бизнес». А прикинь, доску объявлений с помощью волшебства. Вы издеваетесь, что ли? И... Акцион! Ух ты, нихрена себе. Было так тихо. Ох, Гарри! Лох, Гарри? Миртл! Ну, в общем, да, я нашел кое-что. What the fuck, что ты сзади фоне? Открытие, глупыш. По всему Хогвартсу можно найти много интересного. Поищи эти вещи. А вдруг мы найдем еще одну тайную комнату? Только полную пауков. Не пауков, а особенных вещей. Таких, которые большинство людей просто не видят. Значит, здесь есть еще одна тайная комната. Да, комната. Я узнала о ней, гуляя по канализации. Каждый раз, когда кто-то делает открытие, в этой комнате появляются особые вещи. Тайные. Класс. И где же этот зал наград? Вот так всегда. Спроси у Миртл, и она все расскажет. Это же секретная комната. Найдите ее сами. Ну, я теперь понял, почему ты сдохла. А у меня есть заболевание, но не скажу вам какое. А-а-а. Так. Эй, акцию Гермиона. Вингардиум Левиоса. Акцию. Что происходит вообще? Привет. Эй. Де пульсо. Пришел, сломал все, слышишь? Ну нихера себе, что можно делать. Ну ладно, хорошо. Ну алло, дай пройти, жирная жопа. Так и быть, следующий. Поверить где-то. Невозможно. Точно, не верю, что по понедельникам у нас сдвоенное зелье варенье. Надо найти Невилла. Наверняка он не посмотрел расписание. А следующий урок — защита от темных искусств с этой Амбридж. Может, пора посмотреть на карту? О боже мой, серьезно? Чтобы найти Невилла? Пошли и найдем этого урода. Надеюсь, в этом году мистер Долгопупс перестанет. Что происходит? Пароль. What the fuck? Я только что увидел внутренности Рона, это ненормально. Вот так-то. О, ну что, нашли? Что нашли? Комнату, о которой я тебе говорила, глупый. Она вон за тем портретом. Это еще что за мерзость? А вам чего надо? Признаться, на вас даже смотреть противно. Я хочу войти в зал наград. Что происходит? Ничего себе, губы раскатали. Убирайтесь отсюда. Чтобы пройти туда, нужно знать пароль. Ты что, не слышал? Пошли отсюда вон. Он мне нравится, сам нормальный человек. Мы можем идти, а можем и подождать Миртл. Миртл любит Гарри. Если Гарри ее попросит, она останется здесь навсегда. Что? Либо вы пропустите нас, либо Гарри попросит Миртл остаться здесь навсегда. Ты, девочка, просто сочишься злобой. Я это уважаю, проходите. И скажите этому плаксивому привидению, чтобы держалось от меня подальше. А если Гарри влюбился бы в Миртл, это... Каждый раз, когда ты что-то находишь, мой фиал становится тяжелее. Тебе повезло, что портреты не колдуют. Так, а что это такое? Я хотел смотреть. Получите отметку «Превосходно» по всем предметам. Ёбаля. Привет, сука. Гарри! Я ждала тебя. Ты ведь много интересного нашел, правда? Ты ведь всегда много всего находишь. Продолжай в том же духе, и наша тайная комната наполнится доверху. Я больше никому о ней не скажу. Это же наш секрет. О, боже мой. Что же еще здесь появится? Здесь было прикольно, наверное, если бы это все были... Чем больше у вас баллов за обнаруженный предмет, тем сильнее ваша магия. Да, ну ладно, хорошо. Ничего нету?
А почему у меня назад иногда сам поворачивается Поттер? Holy fucking shit, это что такое? Ладно. Хорошо. Гарри Поттер такой смотрит. Electronic Arts, что это такие? Какой-то исполнительный продюсер. Подождите, про нас есть игра, нихера себе. Здесь мышка. О май гад, мышка управляет не камерой, а она управляет Поттером. Вот это поворот. Holy fucking shit, это все сложно. Можно? За что мне такое проклятие? От твоих находок у меня уже рука болит. Там ничего нет, что ты врешь?